Ты все сделаешь. И потом завяжешь. Я завяжу. Мы оба завяжем. Я все привезу. В 11.15. 50 кило. Минуты позже и сделки не будет. Время и встреча. Что это значит? Просто возьми сумку. Раз и все. Время – это удача. Расскажи мне. За мной хвост. Все пошло не так. Покупатель слился. Ты знаешь, что будет, если не достать деньги. Ты все решишь. Найдешь другого покупателя. Звони Грэму, звони Лефти, звони Мэджик Шопу. У меня на руках товар, его надо двинуть и сделать это быстро. Я знаю, ты выполнишь работу ради тех, кого любишь. Пусть звонит напрямую, я готов приехать к нему. Ладно, ладно. Ничего личного, просто бизнес. Можешь мне верить. Надеюсь на это, потому что времени нет. Есть два способа завязать. На своих условиях или на их. Сколько есть времени? До полуночи. Это очень мало. Я выбью время. Нет, нет, нет! Мне нужно еще время. Время вышло. Джо, нет! Часы остановились. Моя жизнь на кону сейчас. Ты понимаешь? Моя жизнь.